И всем привет, ребята. Сегодня будет Brawl Stars и ролик вот такой темы, блин, про мои стримы. Стримы я буду снимать каждый день и, может, даже не каждый, я могу даже два раза стрим в день снять. Да, ребят, это, блин, тоже нормально. В принципе, тут нет ничего особенного, что я сделаю стримы каждый день. В принципе, я для вас стараюсь это делать. Пожалуйста, вы можете влепить на этот лайкосик, чтобы поддержать мою тактику, блин, делать каждый день стримы, даже, может, даже по два. И поставьте лайк, потому что нас уже 34, в принципе. Вы вот эти 34 могут поставить лайк на видео. Потому что я знаю, что вы можете просто поставить лайк. Но когда ты просто смотришь этот ролик, ты понимаешь, что, блин, этот чувак старался, блин, над этим роликом. Он пытается как-то нормально сделать, чтобы подписчики увидели его старания. Но вообще никто его не поддерживает. Ну вот мне кажется, что это правда. Я вот тоже себя так чувствую, когда просто даже лайков не ставят, блин, а просто, блин, смотрят мои стримы, блин, и все, даже ничего не делают. В принципе, это логично, что так будут все делать. Да, все уже не понимают, а что там, блин, какой-то, блин, пацан хочет снять ролик. Зачем на него ставить лайки, если он все равно, блин, просто можно посмотреть ролик, да и все. Лайки помогают, блин. Да, лайки только ставятся, когда видео нормально зашло. Я сделала этот способ, у меня все нормально сделалось. Я вам про это и говорю. Вот. Топ-1, да, топ-2, топ-2. Нет, корова меня все-таки убила. Ребята, тема такова. Я могу на выходных постараться для вас сделать монтаж. Конечно, если вы меня поддержите, поставите лайкусик на этот ролик, потому что, блин, если я буду просто так делать, блин, монтаж, и никто не будет набирать ничего, да, это просто лишние траты времени. Можно просто ролики тогда записывать. Но, блин, это не всегда прокатывает так, что вы набираете, но все равно этот пацан не делает. Я попытаюсь сделать, но не обещаю. Ну, вы просто можете ради безопасности врубить лайк, чтобы я старался уже над роликами, блин, чтобы была хоть бы какая-то активность на канале. Я понимаю, что у меня 34 подписчика, это же больше по 20 лайков. Да. Такого никогда не наберется, даже если у меня будет побольше подписчиков за день. Только может за 3 дня, там, за 10 дней, блин, набраться хоть бы 50 за 10 дней. Если будет даже активность. Если не будет активности на канале, тогда вообще нечего тут делать. Ладно, 4 бравлера осталось на сцене. Я подожду, чтобы хоть бы топ-2 взять. Ну вот, тема такова. Я хочу стараться над роликами. Чур с вас лайки, а с меня нормальные ролики. Потому что, блин, вот так я и задумаю набирать подписчиков за вот такое... За нормальный формат для ролика. Потому что, блин, если будешь просто снимать ролики... Да, ребят, я зациклился на стримах. Блин, по несколько стримов делаю неудачных в день. Ну, ребят, вы знаете, что я первый раз стримил вообще тогда. И я вообще не знал, что, блин, делать на стриме. Конечно, я знал, я смотрел, как некоторые там делали, блин. Ставьте лайки, чтобы рулетку делать. Я говорил вам так делать, но никто не понимал. Ну, ставили лайки, понимаю. Но уже потом поуходили все, потому что
Им же не надо просто этот канал. Просто зачем? Я вообще не понимаю. Это ж чувак, блин, что-то он... Ладно. Этот разговор закончим. Короче. Ждем Була. Текс. Ух, Дэрил жирный. Так, он на Динамайк попер. Согрелся. Окей. Пусть они пока там дерутся, а я тут подожду. Блин, думал, столкновение уже. Ух! Блин, я почти его грохнул, этого Дэрила. С десятью, слышите? Блин. Меня Карла что-то напрягает. Ладно. Нет! Ну, лаги, ну почему? Ладно, ребят, мы просто покатаем сейчас каточки. Плюс 14 кубасов, нормально. Короче, тема такова. Скоро будет, как все знают, битва. Или не будет битва, потому что кот-то наркоман уже все открыл. Брат говорит он мне. Или он не врет, просто говорит, нечаянно, просто так открыл, чтобы уже не участвовать, потому что, чтобы что-то уже выбилось, блин. Ладно, окей. Я, блин, что-то задумываюсь так. Блин, 81, ну нам 170 там по-нормальному так. Чего, блин? Да, тут у нас нормальные хоть бы и чуваки, но, блин. Вообще даже ненормальные чуваки, хочу сказать. Налетим! Я даже вообще ничего не сломал, понимаете? Я им вообще какой-то снег не нанес даже. Лучше бы я не брал сюда Дэрил, но, блин, что поделаешь. На... Ху! Нормально снесли. Ладно, сейчас пойдем на них. Будь воевать. Ща. Блин, они нам побольше снесли. Нет, только не это. Нет. И мы не должны просрать эту катку. Я вам обещаю, мы эту каточку не просрем. Давай. Да. Ребят, 3-0. Нифига себе. 9-я сила, блин, пацаны играли. Динамайк, блин, тренер. Ладно, затащили звездный жетон, получили. Нормально. Бекон есть, бекон. Все шели, смотрите. Тут все шели. Окей. Ставьте тем временем лайкусик, пока я играю вам что-то такое интересное. Я просто так за этот... Какого? Ладно, ребят, ну если вам понравился этот видеоролик, почему бы не улепить лайк, не подписаться на канал. Я понимаю, что, блин, был. Я могу вот так сделать. Hello, я тут, вот я. Нифига себе, слушай. Я вот так лежу на кроватке. Сейчас для вас видеоролик снимаю. Сейчас камеру. Будем тема. Установить изображение. Камера, запись. Ладно, ребят, всем удачи и пока.